А митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский в Арсенофии накануне возглавил всеночное бдение в храме Казанской иконы Божьей Матери города Зеленогорска. Сегодня этот приход отмечает свое престольное торжество. Казанская церковь города Зеленогорска – это не только духовный центр Карельского перешейка, но и поистине архитектурная жемчужина города и области. Прихожане справедливо называют ее «белая невеста». Белокаменная колокольня взмывает ввысь на высоту почти 50 метров и видна практически со всех точек города. Зеленогорская священная обитель является ценностью не только среди местного населения, но и привлекает к себе паломников из других городов. Сегодня престольный праздник в нашем любимом храме в Зеленогорске. Приехали из Петербурга с семьей. Праздничная служба собрала под сводами храма большое количество прихожан на совместную молитву. По окончании богослужения владыка-митрополит обратился к прихожанам с архипастырским словом. Совершая всегда праздник в честь Божьей Матери, мы ощущаем эту чистоту, вот это смирение Божьей Матери, вот эту благодать. У нас всегда мир на душе. Настоятель храма архимандрит Викентий поблагодарил владыку за приезд в канун престольного праздника и преподнес образ Казанской иконы Божьей Матери Зеленогорской. У нас икона 17 века намоленная, много чудес происходит от нее по молитвам перед Пречистой Божьей Матери. Чтобы вот это особенное, потому что это только единственное по всей стране, похоже, такое нет. Спаси Господи, спалайте, Господь, дорогой владыка. Празднование в честь Казанской иконы Божьей Матери стало событием городского масштаба.